Всем привет! С вами Рэмбл и это канал MLPM на Star. И в этом видео я вам покажу все оски Ани. Предупреждаю, раньше у нее было 8 осок, но теперь 3. Давайте же начнем. Первая оска Анны Стар. Все вы ее знаете, она стоит на Ави-канала. Китти Марку, я думаю, тоже знаете, но те, кто новенькие на канале, я вам ее покажу. Вот она. Далее, вторая оска, которую тоже многие знают, это Энни Стар. Один глаз у нее такой немного малинового цвета, а второй зеленый. На ушке у нее пятнышко такое зеленое. Эти марки здесь не видно, ну вообще она вот такая. Листик и кисточка. Этих двух осок многие знают наизусть, а третью еще никто не знает, потому что я ее придумала сегодня. Ну, вернее, идейку я взяла из интернета. Ну, в общем, вот она. Ее зовут Пастель Стар. Она как бы олень. Ну, полуолень, полупони, но больше олень. Грива у нее такая радужная, но именно в пастельных цветах, не резких. Не как у Rainbow Dash. Вместо красного это розовый. Так что вот. И в ней нет оранжевого, нет синего. Так что это не радуга. У нее такие пятнышки на спинке, рожки такие. Вообще у нее глаза серые. Копыта я нарисовала не просто так, не по стилю, а они должны рисоваться на моей третьей оске. Ня. Так что вот, и я их больше не изменю. Надеюсь. Это было все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите положительные комментарии. Всем поки-поки.